Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Исчисляя согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. И освяти дары, посылаемые Твоей щедростью. И будет полезно для души и для тела словом истины и молитвой. Аминь. 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 Слава Божию. Слава Христа. Кто-то подает, кто-то садите место, ищите. На палатке. Так, сестры, берем и будем шинковать. Так, еще где сестра? На траву. Так, Николай Георгиевич. Нет, не здесь. Вон сестры идут еще. Умоляю, где меня? Мне уже пришли все вместе ко мне сюда. Там обычно. Так, помолились, а в головном уборе можете обедать, чтобы солнце не накалило, не накалило голову. Я же отдала. Так, выходи туда. Тут колючая, ты потом раздуешься. Давайте, может, сюда. Не знаю, что это. Да. Везде можно, кто где хочет. Я боюсь, что они ходят. Да, по всему периметру. Все, там, да. Мы уже помолились, так что помолитесь на обед. Мы помолились только что. Только без кепки. Кепку снимай, когда молишься. Первое. Садись, садись, убирайте место. Сестры. На раздачу. Гряните. Ускорение, Вячеслав, 0%. Сестры, на раздачу. Вот, один пошел. Алло, сестры. Да, вопрос. Да. Можно ли, правильно ли называть Иисуса Христа отцом? Ну, как сказать? Отец вечности, но не принято так, сын. А что это? Кому-то требуется такой порядок. Ну, так я сегодня просто услышал. Он говорит, говорится, отец вечности, он называется управлением. Ну, я понял, а своим отцом. Ну мы же, как бы, я так, ну как бы думаю, что мы в Иисусе Христе, то Иисус Христос, мы в нем называем отцом отца, отца, а не самого Христа, то Христос то сын. Я понимаю, что не ересь никакая, ничего, но просто так. Я никогда вопрос такой не возник. Спутывает. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нам, говорит, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. То есть молитва делает разделение. И нам менять это не надо. Не надо, то сразу. Вот еще не ошпарил, у меня есть. А ложки там, что ли? Отобрать тебя с небес, но опустили. Не хороший сейчас юмор. Шевелимся быстрее. Можно разуться здесь. Здесь можно, только Ксюша. Где скошенная трава, не ходи. Где скошенная трава, не надо. А где у тебя поезд, а? Где вот чай? Вот он чай у меня. Вот он чай. Да, вот сюда, сюда. А мы чай. Что там? Чай. Давайте, возьми там. Сестры, первая вещь. Горячего. Только Вячеслава предупредите, что сзади у него там. Смотри, брат Вячеслав, там у тебя под рукой горячее. Давай возьмем первое.
Ты в поле находишься. Вопрос к вам. Можно, наверное, крышу от мобилы поставить? Да, там крышу разрезать. Ну и пусть она, за кого ты боишься, он маленький. Я думаю, нет. Хорошо. Да вы что орете-то? Не надо из-за меня хвататься. Вы что орете? Хлеб-то надо всем раздать. Хлеб-то всем раздать. Давай я внесу им. Хлеба-то дайте людям. Дождите хлеб. Самый. Хлеб. Это, можно ее попросить? Хлеба разнести всем. Помоги. Иди, помоги хлеб. Хлеб он из таза. Возьми с красного. Вон, сзади красного. Всем подай хлеба всем. Кому ложку? Ну, сестры, вопросы. В одной руке тарелка, в другой хлеб. А куда на руки раздавать? Только без всяких корень. Да, блин, по-другому. И без блинов тоже. Ну, да. А у тебя видно там все? Ничего не видел, вообще даже ракурс не вижу. Наугад поставь. Наугад. А вот что-нибудь получится, да? Там огурчики. Ну, может, они, видишь, тоже хотят пить с вами за компанию. У кого ложки нет? У меня нету. У оператора. Можно тоже взять помидорчик? Помидорчик, брат, дай его. Помидорчик взяли? На что намазали? Брали. Владимир, все теплицы помидоры? Не знаю. Ну, чувствуется, что да, они домашние. Я догадываюсь, но не буду сейчас говорить. Еще может быть? Сейчас я тебе суп дам. Помидоры, налетайте, помидоры. Там не надо где-то это присаживаться, приземляться вернее. Тебе покормить не надо, помидоры. Малыши, давай. Можно второй же взять, да? Да, можно. На букву, да. Хлеба. Вот хлеб лежит. Ложек у них нет. Надо раздавать его, ходи. Может, бить надо. Давайте, да. Так. Хлеба, берите. Сразу всем. Нет, ма, вот. Я тебе суп. Сергей. А кому? А ты будешь что, буквально одна тарелочка? Угощайтесь. Нет. Чесночная, бери. Давай. Сейчас, подожди, обойду. Откровение, брат, у тебя, да? Что-то они туда это подкладывают. Какой-то секретик. Не знаю, может, у тебя просто предположения есть свои, предубеждения были. И они сейчас у тебя развенчиваются. Но он у них мягонький. Не успеваем. Сразу ложку, да? Да, можно и руками. Морси. Да, все, хватит. Парочку.
Операторы тоже едят. Все, хватит. Операторы. Кушай огурчик. На помидор. Чай будешь или воду ты будешь? Егор, будешь помидор? Ложка есть? Да, помидор беру. Надо еще печеную картошку приложить всем. Николай, и огурцы, помидоры сам себе накладывай. Да. А я думал, это брату. Ну, у меня там своя. Так, а что, сегодня суббота? Да. А масла нету? Ладно, масло ладно. Где-то взяли. Это провокационный вопрос. Это. Нет, прям я наливала. Я понял. Я сам был дежурным, я знаю, что такое. Брат, огурцы будешь? Масло никто не видел? Надо же, верующие тут одни. Мой суд до сих пор стоит целый. Что, еще по кругу? А, да, дочь, бери. Так, я до Вадима никак не могу. Вадим, ты помидор будешь? Передайте, пожалуйста, помидоры. Александр, передай Вадиму. Угу. А то он не... Что-то я до него не достаю. Дайте помидоры, пожалуйста. Там. Я не знаю. То мухи их кусают. Ты что это делаешь? Ты будешь второе? Ничего. Ну, гречка и... Держите помидоры. Рыба! Гречка и рыба на второе. Чай. Александр, чаек. Чаек. Всем достань. Вам можно брать? Помидорчик их побудет еще. А сестрам оставить надо. Они-то же еще не едут. Кому второе? Чай. Кому чай? Второе, кому чай еще? Дети. Александр, чай надо дополнительно еще? Александр, еще на картошку, что будет? Я буду. Спасибо, я второе. Попеклась? Вот где хлеб, давай поднимай. Да, поставить как-то надо. Риса нету, вот риса. Я вас сейчас в поле оставлю, будете орать. Позорь. Здесь дом положение. Ешь со смирением. И все. Давай, я так понимаю, что ты так. Они в какое время выезжали? По-моему, помогу.
Трапеза праздничная была. Да, сейчас иду. Ага. Сейчас доедаешь. Можно сюда. Да нет, берите. А, это? Это в новый. Ага, спасибо, спасибо. У вас второе есть? Нет. Я сейчас... Сюда второе. Сейчас я схожу. Телефон выпадет. Можете не бросать, после меня отдайте. Да, сматуру тоже поставили. Вот так. Да. Давайте мне. Она самая маленькая, поэтому много. Второй. Вот у меня можно. Ну а ты хоть хлебушка. Вот у тебя осталось хлебушка. Вот как? На, подержи тогда. Просто подержи. Не приму же тарелку. Что, не говори, что это делал? Кому нужны пряники, а? Там что-то такое. Лиза, не помнишь? А как у тебя хлеб оставался в руке? Вот так берем? Ну, вымывай. Слушай, будешь же, да, Миша? Он будет. А? Мне воды. Брат Николай, у тебя кадры пропадают. Пропадает? Угу. Куда пропадает? Ну, видишь, как операторы едят. Да. Ну, мы сейчас это сделаем, исправим. Он чай не смотрит. Кто мне куда смотреть там? В чашку? У вас что, дуэль? Дуэль, да. Дуэлянка. Я смотрю, как он снимает и ест. Мамочки. Я снимаю видео, так что смотрите. Ладно, понял. Куда смотрится? Да, это Павел Ребишев, такой оператор. Кто попил, пожалуйста. Я не хочу чая, вот здесь берите коробку. Или говорите, кинем. Он, кстати, с этим работал, с Никитой. Паша, Павел Лебедь. А, вот сейчас я стою. Надо душу осенью пить. Надо и фото сделать. По-моему, он снимал Андрея Рублева. Ну, он много вообще снимал, да. Он с Соловьевым работал. Ты не идешь, сними, Николай. Снимаю. Ой, что-то гречка на сухую не полезла. Сегодня не страшно, сегодня суббота, можно купить. Молодец. Мясо можно? Ой, мясо нет, не мясо, рыба. Ну, не мясо, рыба, да. Но это тоже акрида. Акрида, ничего страшного. Надо сейчас сестрам дать время, которое обслуживали, чтобы они поели. За ними плохо, а живут. Они уже едят, вон, Катерина ест. Прямо из чана, да? Нет. Я не вижу, что где-то. Они все стоят, смотрят. Не, вон, Катерина одна едет. Пряники будем? Мне тоже один, пожалуйста. У меня? Возьмите кружку. Мне повезло, у меня нет. Мне не попалось. Вам повезло, вот кошкам нет. Потому что для них. Кто-то мне тут мусор закинул. Я вижу, это балконный житель. Я-то думал, что картошку вот чистить. Вот тут будет. Немного. А мне Владимир объяснил, что это свиньям живет. Поэтому, когда тонко чистишь, им есть нечего. Поэтому специально... Дайте помидор, Валерий, сдайте вам помидоры, дайте, пожалуйста. Кубиком? Да, не кубик, но срезается там. Миллиметр три, например. А я-то тонко, раз-раз, думаю, вот мастерство. А это мастерство не всегда нужно. Нет? Кости есть у кого еще? Так это в какой главе Библии? В какой книге?
Ты не собираешь виноградные? Все, не забирай. Оставь. Нет, там есть такое, что на краю поля оставляют. По-моему, числа, да? Чтобы кто-то мог поесть. Поесть. Забрать его? Да. Вот у меня можно забрать тоже. Только еще бы налить сюда. Хорошо, чайку. Мама, ложку забрать? Можно налить? Так, кто раздает сладкое? Будем ходить. Говорят, сестры не едят, вот они уже пьют чаи. А где моя кружка? Пряник есть, Валерий, пряник есть? Пряники, кажется, нет. Мне сюда чаю. Я поняла, да, я отведу. Один, Миша. Так, кому чай? Я тоже. Ты огурец, я картошку. Сними вас поближе его. А можно компот, как он огурец поднимает? Поближе. Можно чай? Можно. Есть с нами проблемы? Смотри, Володя. Да-да. Иначе тихо каждый кадр бы снимал. Конечно. Ой, вот там надо, вон там надо. Ой, еще вот туда. Снимайте, все камеры. Вы туда, да? Кто еще просил чай? Чай кто просил? Я! Кстати, это подходит еще сюда, про сладкое. Помни, последнее твое, в Олегнице вырешишь. Последнее твое, то есть когда в ПНД закончишь или... Ага. Ну, есть. Соблазняет. Сейчас вот надавали же сладкое. Флягу вытащила. Сейчас бы ведро с картошкой таскаю. Ну да. Я говорю, куда ты понесла? Да нормально, нормально. Все нормально. Ты нам нужна, понимаешь? Ты нам нужна. Сама, да, делает, что-нибудь закупить, тащить потом. Ты нам нужна, ты ради других хотя бы. Тебя не жалеть, ну ладно. А ради других сохранись. Кружечку дайте, у кого освободилась кружечка? Пожалуйста. Ой, чай какой-то. Вот такую уж маленькую. Да, отлично. А то мало сластили, а тут хорошо на сласть. Да, и смотрю, Павел пьет чай чистый. Как он пьет чай скорее? Потом попробовал, да? Потом попробовал. Я вообще сладкий чай не помню, что мне пьет. Я чай не пью, в принципе, и сладкий тоже пью. У меня опыт и сахар. Нет, не надо. Еще? Нет, смотри, ты все правильно. Потому что смотри, берет ХХХ, произносится как ХХХ. А я вафельку не ел, есть еще вафельки? Не, одну у меня одну. И мне. Знаешь, почему я сколько водил? Потом соединить. Здесь нету. Мама. Я
почему? Ты прям как лунатик. Первая, потому что ученики были там. Не остались еще ребенок. Надо было пойти к ним. Без учеников. И эти и святые некоторые ходили. Там интересно, что как брат. Ну подожди. Я не переходила. Почему? Тут же не просто так. Тут дальше почему? Духовное закрыто тут. Какой духовный? Ну что, захотел и пошел. Создатель мира. Что ходит, то и делает для пользы нам. А как он сказал? По вере вашей. Да будет вам, конечно. Аминь. И по воде пойдем. А Петр усомнился, тонуть начал. Он с пирата пошел. Пошел, а потом усомнился. Как, я прям представляю, он, знаешь, такой бросился, такой потом. А что это я делаю-то? По воде-то нельзя же ходить. Такой раз. Идем. А у меня воображение немножко другое. Человек умирает. Сот нету? Человек умирает. От голода умирает. И вдруг ему пряник попадает. А на этом прянике там написано масло. Он говорит, лучше я помру, чем я буду пряник есть. Кому чай еще? Так. Ну, вопрос к Николаю Второму. Как бы я поступил? Не как бы ты поступил, а вопрос к Николаю Второму. На основании чего ты так поступаешь, что ты разбираешься? Пряник в масле. Да благословение, Господи, благослови. И все стирает. А где я разбирался? Как где? В какой момент? Впервые слышал вообще. Три Николая, ты имей в виду, смотри. Мы в поезде когда ехали, ты говоришь, нет, пряники нельзя, типа, там масло. Когда, в каком поезде? Мы с тобой не ехали в поезде. В прошлом году мы сюда когда ехали. А, Николай. Он исправился. В прошлом году? Да, ты упомянул, ты бы сейчас сказал, ты уже не так, 20 лет назад ты еще вспомнил. Я уже на исповедь сколько раз сходил. Ты уже в этом исповедовался? В этом нет. Ты уже покаялся. В этом нечего каяться, нет. Здесь наоборот, лучше перед, чем нету. А что, если какой-то грех? Хотела. Бог мне покаялся, хотела. Но забыл. Момент, Господи, его уже... Можешь назвать для себя. Он поднял. Бог знает, что ты пишешь. Он выбросил. Не было того, что я забыла, а потом... Я уже поел. Юрий, я подбегаю к Юрию. Вон, да, здесь. Где парень твой? Он вон куда уже пошел, беги, бегом. Туда он где сидит. Детей 38 человек. Да он по нужде нам. Вот посюда вот, он туда на деревья, потом туда к деревне. Он вокруг побежал. Его надо задержать и помочь. Вокруг этого бежать стороны. Убегите туда, вон туда, влево. Вокруг деревьев и за ним. А кто потерялся-то? Неужели сел? Да не, да он по нужде ходил. Секунду всего спасать. Так, чай, да выкинь на листе. Накопил. Что случилось? Скажи мне. Ульяна, 351 серия. Владимир. А? Да я что, я обещаю это. А что, вам сделали же? Или еще? Я выпил уже. Будете еще? После она по зубам ударит сейчас. Может, это чаем? А? Может, чаем? Ну, можно и чаем, но... Давайте кружку чая, там, маленькую такую. Во славу Божию! Сейчас я принесу чай. Полную или половину? Сколько? Мне полную. Возьми его. Ты будешь бегать за ним все время.
Что там такое? Я смотрел Николая. Ну что? Ну я не помню, что там. Он говорит, белый платок, самый меньше присягает. И он повязывает вот так. И очень хорошо это отгоняет. Ну, чуть-чуть оставляет кончик такой. Вот так. Ведь самый лучший именно белый платок от насекомых. Так что... Я смотрела про людей, которые где-то в тайге. Я тебя люблю. И они все ходили в белый платок. Мухи, оба, ты летаешь. Вкусники. Светлая тоже рубала. Специально же это. Как это совместить? А я не знаю, положи на то. Вот не надо пока. Или надо снимать это? Сейчас будем снимать. Заслужила. Сейчас она будем за обеда выходить. Ну, походи. На картошечку. Я тогда... Там, да. Клубничка. Зачем ты убежал? Я не продавшил. Нет разрушения. Ни одного мата, ни одного покерова. Я никого не ненавижу. Во славу Божию. Вам на все года. Это я в ролик ваш видел. Здравия желаю. Собакой в стакан. Да, Яша. Я недавно вот применил такой вот метод. Вот. Да как все надо выдержать? Ну, Ксюша применила. Она засмеялась. Я говорю, на, наливай, говорю, мне это, стакан. Она смеется потом. С кружкой, да что ты делаешь? Какие камеры попадают. Ведра, кружка идет. С дороги. Дайте мне чаю. Что полбу крошкой. Так, подходите на молитву. Самый молодой, самый старый. Самый молодой, самый старый. Девушка, надо решить. Давайте, помолимся. На молитву! Давай, забирай аппаратуру туда. А вон там, видите, стоит какое-то маленькое сооружение и дальше крест. Это раздевалка. Вон на той стороне, Чемаковского пруда. Вам видно? Да. Это новый пруд у нас теперь. Воды много, намного выше роста. Так, на молитву. Давайте вот сюда вот. Подходите на молитву сюда поближе, чтобы всех видно было. Сестры, на левую сторону туда. Братья на правую сторону. Подходите. Так, встань, право, фуражку сними. Головные уборы все снять. Все здесь, нет на молитву. Встаньте, чтобы всех видно было. Мальчики, головные уборы снять. Так, девочка, подбери сюда рядом. Встань, чтобы тебе видно было. Вперед сюда и протащи. Вот сюда встань. Давай, подходи. Встаньте в ряд, чтобы вас видно было. Братья с этой стороны. Мальчики туда. Боже, будь милостью ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без тщеславия грешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Благодарим Тебя, Господь, за свет этого нового дня. За эту мирную местность и время. Ты позволил нам здесь пробыть 45 лет детским лагерем. Тысячи детей услышали благую весть о Тебе. Это милость Твоя. И эта власть, отошедшая от жизни советской, ничего не могла сделать с нами по Твоему благоволению. Ибо Ты, Боже, восставил больших людей, которые заступились за нас. Хвала Тебе. Мы приехали на это место вспомнить и восславить Тебя, как Ты любишь творение Твое, Христе Боже наш. Ты собрал нас с разных сторон и стран. Хвала Тебе.
прими наши молитвы. Нам радостно быть здесь, смотря на эти облака, на эту чудную природу. Тебе хвала, Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, посети находящихся в узах, тюрьмах, психиатрических темницах, в лагерях, неведомых нам страдальцев, монаха Сергия, Владислава, Вара, и взятых из жилищ, и отправленных на фронт, Никиту, Александра, Максима, Иоанна, и всех лишенных своих родных. Дай им силу устоять, чтобы они постоянно повторяли Откровение 13:10. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит самому быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Дай им то и другое. Тебе слава во веки веков. Аминь. 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 Так, мы сейчас переходим оттуда вот. Там он видно, недалеко здесь. Где мы сюда молились во время, когда комар мешал нам. Там была колхозная водонапорная башня. Мы там помолимся и по домам. Не только детей одевает. Входим.